Так, всем привет. Сегодня у нас тапинг с Неллой Мизир. Нелла, привет. Привет-привет. Всем привет. И у нас такая тема, как страх успеха. Сначала мы хотели сделать про сожаление и ожидания, или ожидания и сожаления. Но эти темы две связаны. И я хотел сначала рассказать свою историю, которая произошла со мной не так давно. И у меня небольшой производственный бизнес. Ну, в общем-то, это хватает не на жизнь. Вот, но звезд неба я не ловлю. Вот, есть у меня сезонность, и это позволяет мне заниматься продвижением таппинга зимой, осенью, весной, когда у меня нет работы. Вот, и после нашего последнего таппинга я законтрактился с одним девелопером, и у меня на пару месяцев было работы, поэтому я перестал проводить там всякие мероприятия, вот только с Неллой. Вот. У нас с тобой уже такая традиция хорошая появилась. Мы с тобой это делаем приблизительно раз в месяц, да? Да-да-да, я получаю свои бенефиты, мне скоро придется брать тебя в долю. Вот, и вот в чем история, да? То есть я взял заказ, и, в общем-то, на пару-тройку месяцев мне этой работы хватает, но тут ко мне обращается еще один девелопер такого же уровня. И объем должен увеличиться в два раза. Я думаю, ну ладно, как-нибудь, так сказать. Потом обращается еще один, потом еще один. И я понимаю, что я физически, эмоционально не могу это сделать. Но, с другой стороны, я понимаю, что именно этого я и хотел. Да? То есть где-то всегда мы хотим чего-то большего. Мы над этим работали, чтобы у тебя было больше бизнеса. Да, и меня накрыло. Да, меня накрыло, я начал плохо спать, и я пытался, так сказать, стучать себе, даже хотел тебе написать, что Нелла, выручай, спасай, мне страшно. И я всегда могу сказать нет, но, с другой стороны, убирая вот эти страхи, я понял, ну, а почему бы нет, почему бы не попробовать, да? И тогда начало вот время растягиваться. То есть выяснилось, что для одного нужно там не за два месяца сделать, а за полгода. У меня появилось дополнительное время. У меня появились партнеры, которые могут взять на себя часть работы. И это все можно распределить как бы во времени. Вот. И это ко второй части, хотя у меня таких ситуаций было много по жизни, да, часто я отказывался, то есть даже, может быть, неосознанно, но на каком-то уровне я думал, что люди сами уходят, понимаешь? А идея в том, что где-то на каком-то уровне я этот вопрос саботировал, потому что потом появилось вот это сожаление. Да, когда ты сожалеешь и думаешь, вот если бы я тогда сказал да, я выбрал бы другое решение, моя жизнь была бы другой. И у каждого из нас есть такие вещи, которые касаются и денег, и отношений, и новой работы, и каких-то поездок. И здоровья. Одна из моих любимых тем – здоровье, да. Совершенно верно. И когда мы отказываемся, появляются вот эти самые сожаление и разочарование. И что ты думаешь по этому поводу? Оставила телефон, чтобы никто меня тут не дергал, а то что-то много всего. Что я думаю по этому поводу? Сейчас расскажу. Прежде всего, у нас мы все время делаем аффирмации. Очень часто люди считают, что аффирмация – это только что-то положительное. На самом деле аффирмация – и они любые. И когда мы делаем что-то с убеждением, на самом деле, что такое аффирмация? Да? Это какая-то фраза, слово, сказанное с убеждением. И оно может быть точно так же, как положительное, точно так же и отрицательное. Да? И когда вот ты говорил, ты фокусировался в саботаж, да? Ты себе говорил, я не могу, точка. Это невозможно, точка. И начинаешь переживать по этому поводу, да? Ясности. Да, ну еще я облажаюсь, еще я не да, не это уже самое. Мы сейчас к этому придем. Подожди секунду. Сейчас мы к этому дойдем. Что начинает получаться дальше?
дальше ты начинаешь производить все возможные и невозможные ситуации, чтобы не сделать этого, да? И я вообще сегодня сделала очень интересную вещь. Когда мы с тобой заговорили про успех, мне было интересно вообще, что такое успех, как его описывает Википедия. И вот они пишут, успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. Что такое успех для тебя? Что такое успех для того, кто нас слушает? А что такое неуспех? Где та точка отсчета, когда человек знает, что он успешный или он неуспешный? Что это такое? Это банковский счет, например, с определенным количеством денег. Это определенное количество бизнеса. Это определенное количество клиентов, это выздоровление. Что такое априори успех? Для каждого человека он свой, естественно, да? Но вообще, что это такое? Как человек определяет, что он успешен или неуспешен? И вот тут мне было бы очень интересно, чтобы каждый, кто нас слушает сейчас или будет слушать, для себя определил эту идею. Я успешен или успешна тогда, когда? Что происходит? Меня мама по головке погладит и скажет, молодец, принесла пятерку со школы. Успех? Наверное, для третьеклассника успех, а может быть и даже для старшеклассника. Я закончила институт, и мне дали диплом в руки. Успех? Тоже успех. Правильно? А тут где-то провалилась сессию, например. Это что, успех или нет? И как ни странно, тоже успех. Почему? Потому что что-то стоит за тем, что эта сессия была провалена. Точно так же, как у тебя что-то стояло за тем, страх стоял за тем, да, что ты не сможешь поднять на себя это количество работы. Да? Что не будет определенного количества людей, не будет определенного количества работников, не будет времени, не будет там. Что начинает происходить дальше? Дальше начинает замусориться мозг. Все. Идет пелена полная, уходит ясность, больше мы ничего не знаем, мы не знаем, куда мы двигаемся. Начинается вот эта внутренняя паника. Да? И этот внутренний диалог. Но как ни странно, опять, это тоже успех, потому что этот внутренний диалог, он тебя защищает. Он тебя защищает от провала. Правильно? Если ты этого не сделаешь, ты не облажаешься, на тебя никто не тыкнет пальцем, и никто не скажет вот так вот, да, смотри, я ему дал работу, я ему дал бизнес, а он не смог. Поэтому что получится? Да я лучше вообще ничего не буду делать. У меня такое было, вот я всегда привожу свой пример с публичными выступлениями, что бывает очень часто, да? Я лучше вообще не буду выступать, чем я что-то вдруг не то скажу. Безопасно? Безопасно. Успех? Тоже успех. Поэтому само понятие успеха, оно очень интересное. А вот что еще интереснее, это ожидание успеха. Мы ожидаем. То есть идея крутится в голове, да? И вот в данном случае я хочу сказать, например, кто из нас на Новый год не пишет цели на следующий год? Да? Не пишет. Да, кто из нас не пишет? Пишет 90%, ну ты молодец, да? Но 90, видишь, я не взяла 100, я взяла 90%. И обычно начинается, да, Новый год, там, я не знаю, хочу похудеть на столько-то килограмм, хочу заработать столько-то денег, хочу открыть бизнес, хочу это, хочу то, хочу мужа, хочу жену, хочу ребенка. Куча моментов, да. И к концу года, если вы посмотрите на этот список, сколько осуществилось, как правило, может быть, процентов 10. А почему?
потому что за всем за этим стоит страх. Очень сильный страх этого же успеха. Я ожидаю, но я боюсь. И страх сильнее ожидания. И что получается дальше? Я ожидаю, у меня не получилось, у меня идет разочарование. И что получается дальше? А дальше все вокруг виноваты. Тут мы уже вошли вообще в ситуацию жертвенности, да? Потому что уже получается, если у меня не получилось, то мне намного легче найти кого-то, кто виноват. Твой случай. Не будет работников, да? А не хватит времени. Это все кто-то виноват. Да? Это мы все отдали, все кому-то, да? Вот передо мной лежит оффер, да, у тебя. По-русски тоже оффер, по-моему, да, предложение. А я на него смотрю и говорю, не получается. Нет. Да? Почему? И опять-таки мы возвращаемся. С одной стороны, ожидание, я хочу больше денег, или там ожидание еще чего-то, да? А с другой стороны, страх, что что-то произойдет. У меня вчера был очень как раз интересный случай. Не случай, у меня был вчера интересный клиент на эту тему. Ко мне пришел... Знаешь, что еще интересно в том, что произошло? Что возраст 17 лет. Откуда вообще уже идут наши установки? Ребенку 17 лет. Он хорошо работает, хорошо зарабатывает. Каждый раз, когда он откладывает деньги, в жизни что-то случается. Мимо кассы. Машина разбивается, или кто-то разбивает машину. Там он получает штраф какой-то серьезный. Никак не получается накопить эти деньги. И я ему говорю, ты знаешь, как ни странно, это твой успех. Вот это состояние, невозможность накопить деньги, это то, что ты сейчас успешно делаешь. Это вообще очень интересная концепция. Я ее когда первый раз услышала у Роберта, что все, что вы делаете на сегодняшний день, это ваш успех. И все, что вы имеете на сегодняшний день, это ваш успех. Я, ты знаешь, я вот так вот в шоке сидела на его тренинге каком-то, да, и говорила, несет мужик полную ахинею. Потом, когда я стала слушать больше и больше, что он имеет в виду, я сказала, это стопроцентная правда. Я же это создала, вот эту ситуацию, да, она же мною создана для чего-то, это мой успех. И потому что за любым успехом стоит состояние безопасности. Насколько я в безопасности. Возвращаясь к ребенку, начинаем с ним разбираться. Что будет, когда у тебя будет много денег? Люди будут завидовать. Что будет, когда у тебя будет много денег? У меня поменяется моя персоналити, да, то, кто я есть. А почему поменяется? Потому что я видела богатых людей, а они все такие очень снобисты, да, снобы все. Что еще будет? И вот мы начинаем с ним, значит, открывать вот эти его убеждения, что стоит за тем, что он никак не может накопить эти деньги. И опять-таки интересно, ты слышал возраст, который я сказала, да? 17 лет. Можете представить, что уже на этот возраст у нас в основной своей массе накоплены вот такая вот куча убеждений, которая нас тормозит. Уже все, уже вот есть вот эта вот куча убеждений, которая нас тормозит в том или ином варианте. И очень редко мы рассматриваем позицию, которую я ему предложила. Я говорю, а как, например, с тем, что у тебя будут деньги в банке, и ты будешь их накапливать, и при этом ты останешься тем же, кем ты есть сейчас, и ты будешь в полной безопасности? Ему понравилось. Но я думаю, что это понравится всем, кто нас слушает, потому что мы очень часто забываем о том, что этот вариант вообще существует, да? Что, отталкиваясь от момента, где мы сейчас находимся, и считая, что это самый лучший момент в нашей жизни, сейчас, ее минуту, мы можем начать создавать
то, что мы хотим дальше. Если же мы будем сидеть в ожиданиях, сомнениях, разочарованиях, которые пришли из прошлого опыта, они обычно именно оттуда приходят, да, что-то делали, не получилось, что-то и так далее, да, то мы так и будем сидеть в ожиданиях, сомнениях, разочарованиях. Что оно нам принесет? Еще больше ожиданий, еще больше сомнений и еще больше разочарований. И от сегодняшнего дня через 5 лет, если мы живем на ожиданиях, сомнениях, разочарованиях, мы будем просто иметь кучу ожиданий, сомнений, разочарований и, как правило, еще какую-нибудь болезнь. Потому что от этого вечного стресса тело начнет еще прогибаться. Обязательно 100% появится психосоматика какая-то где-то. Без этого невозможно просто, потому что тело начинает брать на себя защитную функцию. Да? И тогда идет внимание на то, что происходит не то в теле, и тогда вот эта вот ситуация невозможности чего-то сделать и ожидания, сомнения, разочарования, она становится меньше, потому что уже внимание переключилось. И что бы я хотела предложить вообще с самого начала, что с этим делать? Я все время говорю, вот я сейчас записала даже маленькое видео, я его не выставила, выставлю через пару дней. Важность и необходимость вести дневник благодарности. Это занимает 3,5 минуты в день, на самом деле, может быть, 5. В конце дня написать 5 вещей, за которые вы на самом деле благодарны сегодняшнему дню. Например, я благодарен за то, что мне дали возможность что-то осуществить, что я просил, да? То есть оно бы тебя привело бы в состояние здесь сейчас, сию минуту, да? Я благодарен там за телефонный звонок. Я благодарен за то, что меня кто-то увидел, услышал. Я не знаю, у меня, например, вчера был очень интересный момент, я была у нового глазного врача, и она меня приняла просто с распростертыми объятиями, да. Я говорю, о, благодарность прямо тут и сейчас. Почему это необходимо? Мы создаем новые нейронные связи таким образом. Мы переучиваемся и переучиваем наше подсознание, на что обращать внимание. И тогда, что получается, мы берем на себя ответственность за наш сегодняшний день. А когда я ответственна за то, что со мной происходит сегодня, мои ожидания, сомнения и разочарования, они куда-то так, и пуф, и улетучились. И мне это дает вот этот внутренний стержень создавать мой сегодняшний день и завтрашние 10 лет вперед. 20, 30, ну, у кого сколько. Да? Ну, вот как-то так. Так, хорошо. Но все-таки, когда это появляется, и появляется этот страх, он все равно будет, когда ты сталкиваешься с чем-то новым. Ну смотри, у каждого страха позитивное намерение. Вот всегда смотри на любую ситуацию с точки зрения позитивного намерения. У нас глаз не моргает без позитивного намерения. У нас ухо не двигается без позитивного намерения. Да? У нас за всем, что бы мы ни делали, стоит позитивное намерение. Даже когда человек заболевает и кашляет, например, там позитивное намерение, отхаркать мокроту, да? А точно так же за этим страхом позитивное намерение. И тут ты начинаешь раскручивать этот страх. Окей, у меня появился этот страх. Спасибо, ты появился. Я благодарю тебя. Чего я боюсь? Что меня в этой ситуации пугает больше всего? А, Б, В, Г, Д и так далее, да? Первое выбираем. Я не знаю, что меня пугает в этой ситуации. В этой ситуации меня, например, вот как тебя пугало, да? Меня пугает, что у меня не будет достаточного количества работников. Или в этой ситуации меня пугает у любого человека, да, что-то может быть другое,
да? Как у этого ребенка было, что он никогда не сможет накопить денег. Он не сможет не заработать деньги, он не сможет их накопить. Да? И это тоже большая разница. Да, но заработать он может, уже хорошая новость. Конечно, а накопить нет, да? И вот, то есть, и когда мы стали идти именно почему, какое позитивное намерение того, что он их зарабатывает, и тут же сливает, и опять зарабатывает, и тут же сливает, да? Там появилась куча позитивных намерений, да? То есть у него меняется его персональность, у него и так далее, да, что там было. То же самое у нас у всех. Поэтому спасибо тебе, мой страх, что ты у меня появился. Давай мы с тобой чуть-чуть разберемся. Глубоко даже не надо идти за этим особенно, да? Какое твое позитивное намерение? От чего ты меня пытаешься защитить? Так, хорошо, я узнал, что страх меня защитит, хочет защитить от неудачи. И дальше. А дальше ты начинаешь делать свой любимый таппинг, правильно? Смотри, ты берешь неудачу как таковую, и как мы работаем с Faster EFT, да? Что ты делаешь дальше? Весь страх неудачи. Весь страх неудачи. Все, как я знаю, что такое неудача. Все, что неудача для меня значит. Все, как я ее чувствую. Как я ее ощущаю. Где она у меня сидит. Вся беспомощность и безнадежность, связанная с неудачей. Все слова. Все предложения. Связанные с неудачей. Я это все отпускаю сейчас. И по мере того, как я это отпускаю. Я позволяю себе создать для меня что-то лучшее. Глубокий вдох-выдох. Запястье и покой. И подумай о чем-то хорошем. И опять, что-то хорошее у каждого свое, да? У кого-то это могут быть сейчас ягоды, например, или фрукты какие-то, сейчас очень много. Кто любит, да, идет время такое у нас урожайное, да, у кого-то это могут быть походы в лес, купание в реке или в море, у каждого что-то свое. Вот подумайте, что для вас сейчас, ее минуту, означает что-то хорошее, что-то приятное. И побудьте в этом состоянии. Сделайте еще раз глубокий вдох-выдох. Возьмите себя за запястье. Покой. Отлично. И смотри, я хочу напомнить тебе, и хочу напомнить нашим слушателям, что одна из очень сильных техник, которая поддерживает любой таппинг, это сильное, мое сильное слово, да, power word, то есть вот слово, которое обладает силой. А техника, как ни странно, она пришла не от Роберта, Роберт ее позаимствовал, она пришла от Сильвии Хартман. Ты знаком же с Сильвией, да? Да. И о чем она говорит? Вот то, о чем мы только что обсуждали, неудачу, да? Когда ты думаешь об этом, подумай о том, чего тебе сейчас не хватает, чтобы тебе помогло выйти из этого состояния. Одним словом это назови. Что это будет? Смелость. И тут ты берешь и делаешь второй
раунд, да, еще раз делаешь тот же самый таппинг, но уже не так быстро, а медленнее, фокусируясь на кончиках пальцев. Угу. Идет это так, смелость. Смело. Еще больше смелости. Еще больше смелости. Я принимаю эту смелость. Я принимаю эту смелость. Я позволяю этой смелости войти в мое тело. Позволяю этой смелости войти в мое тело. В мое сознание и подсознание. Мое сознание и подсознание. Я позволяю себе стать одним целым с этой смелостью. Я позволяю стать себе одним целым с этой смелостью. И по мере того, как я это делаю, по мере того, как я это делаю, я чувствую себя смелее и смелее с каждым днем. Чувствую себя смелее и смелее с каждым днем. Глубокий вдох-выдох. Берем запястье. Смелость. Смелость. Отлично. Да, но здесь нужно сказать, что у каждого это может быть свое слово. А я, да. Слово у каждого свое. Точно так же, как счастливые воспоминания, приятные воспоминания у каждого свои. А, потому что каждый, ну, точно так же, как мы начали, с чего, что успех у каждого свой. Да? У кого-то успех – это, я не знаю, 2000 долларов на счету, а у кого-то 2 миллиона. Да? То есть у каждого свой успех. Да? И просто, но техника… Сама техника, или вот то, о чем мы сейчас говорим, оно применимо к любой ситуации. То есть, кто бы как ни видел свой успех, сама техника, она применима к любой ситуации. Более того, она применима к ситуации ваших близких. Я опять говорю про заимствованные вот эти вот бенефиты, да, когда мы можем эту же технику распространять на людей, которые рядом с нами. Она работает точно так же хорошо. Например, если мне кажется, потому что это я же все идет через меня, да, мои впечатления, мои ощущения, то, как я чувствую, то, как я это вижу. И это является ли истинной последней инстанцией? Чаще всего нет. Но отрабатывая и отпуская это в себе, я создаю состояние покоя, да, в моей собственной, в моем собственном окружении, в моей собственной голове. И тогда улучшается все. И отношения, и возможность развития бизнеса, здоровье, абсолютно все. И вот, например, если мне кажется, что я, например, смотрю на своего сына, и мне кажется, что ему чего-то не хватает или ему что-то нужно, да, я эту же технику могу сделать с таким же успехом для него. Например, когда мне кажется, что ему там, ну, я не знаю, что ему нужно. То же самое, скажем, больше смелости, да. И тут я уже могу сделать еще, давай еще сделаем раз. Все, что мне мешает быть смелым. Все, что мне мешает быть смелым. Все, что стоит на моем пути. Все, что меня ограничивает. Это уже было следующее. Все, что меня ограничивает. Все, что стоит у меня на пути, и все, что меня ограничивает. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Все баррикады, которые я сама создала или создал. Все баррикады, которые я создал самостоятельно. Угу. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю прямо сейчас. Я позволяю себе разобрать все баррикады и все завалы? Я выбираю разобрать все баррикады и завалы. И открыть себе дорогу. И открыть себе дорогу. И чувствовать себя хорошо по этому поводу. Чувствую себя хорошо при этом. И чувствовать себя хорошо от того, что я чувствую себя хорошо. Чувствую себя хорошо от того, что я чувствую себя хорошо. Глубокий вдох-выдох. Помнишь слово, которое мы брали? Смелость. Смелость. Как состояние? Да, и вот когда мы это делаем, вот даже если у этого нет, кажется, что нет никакого смысла, то тело автоматически расслабляется. Да. И как любит говорить Роберт, мы выходим из транса с помощью этого. Абсолютно.
Я хотел как раз коснуться темы транса. Дело в том, что вот когда это все у меня началось, я еще попал в аварию. Вот. И при том, при всем, что по совокупности того, что произошло на дороге, то есть меня, я отвлекся, ушел вправо, зацепил фуру, фура выкинула меня в четвертый ряд. По совокупности обстоятельств, которые были, я отделался вот крайне легко. Меня просто помяло чуть-чуть дверь, и все. Вот. Меня никто больше не врезался, все живы-здоровы. У этой фуры только светила решетка. Но я прямо ощутил в тот момент, вот, когда я сел, поехал потом в ГАИ, что вот это было состояние транса. То есть я то есть как я себя вел в машине. Да? То есть я, машина ехала сама по себе, да, я в это время что-то делал еще. Или что-то думал, где-то мысли твои были совершенно в другом месте. То есть я не осознавал, что я в это время еду, кто справа, кто слева, кто сзади, да, что я управляю машиной. То есть я был где-то еще. И вот это как раз одно из последствий того, когда мы попадаем в этот транс страха, тревоги. Смотри, абсолютно. Когда у тебя твое подсознание и сознание были заняты этими мыслями, да, то, скорее всего, что ты думал как раз о том, что, об этом предложении, которое тебе было, да, и как его раскрутить, и что с ним делать. Да, у нас начинается... Знаешь, мне очень... я не знаю, я просто повторюсь. Наверное, люди знают или слышали, но я повторюсь. Я когда-то занималась достаточно серьезно с Александром Григорьевичем Свияшем. Я училась у него в школе, я была его тренером, и у него очень много интересных тоже наработок, точно так же, как у Роберта. Я, видимо, люблю умных мужчин, у меня так получается, похоже, да? Вот. И у него было такое понятие, которое называлось «слово-мешалка». Mm-hmm. Что вы включаете вот это вот слово-мешалку, Роберт – это транс, а тут у него конкретно он ее назвал «слово-мешалка», да? И вы находитесь на постоянном разговоре сами с собой, на постоянный телефон, да? Где я, что со мной происходит, никакой ясности мозгов, а что будет, если это, а что будет, если то. Там создается уже такая вот драма, которая растет, да, она как снежный ком развивается, да. И если ее в этот момент не остановить, то на самом деле получается ситуация аварии. И как я всегда говорю, это нежный пинок вселенной тебе под зад, если с тобой, слава богу, все в порядке, как у тебя получилось, да. То есть он тебя... И разбудил. Да, да, я на самом деле очень благодарен этой ситуации. Я пошел, о, спасибо, а теперь я проснулся. И знаешь, у него еще, у Свияша было очень интересное было одно упражнение. Оно у него называлось «Ежик событий». И у него прямо там было нарисовано, значит, в этой книге «Разумный мир», нарисован типа ежика и огромное количество иголок у него. И о чем он тогда говорил? Что мы, как правило, вот вообще человеческий мозг имеет тенденцию зашкаливаться только на одном варианте. И вот начиная зашкаливаться, вот просто зацикливаться на этом варианте, мы не видим, что существует огромная возможность, огромное количество этих иголок, как у ежика, да, развития разных ситуаций. Вот мы на этом на одном векторе зациклились, да, и все, и мы больше ничего не видим. И, конечно, нам в таппинг сейчас помощь, потому что именно таким образом мы можем развинтить эту ситуацию обратно, расциклить ее, да, это зацикливание, прийти к факту ноль, который у тебя был, мне просто сделали предложение, точка. И когда мне просто сделали предложение точка, у меня уже появляется куча вариантов, как я могу это осуществить. Но это надо было отмотать обратно, убрать страх, страх того, что не получится и так далее. Да? То есть надо это было все, страх неудачи, это все размотать, выбрать слово, которое нам помогло, смелость. Да? И тогда получается, что появляется наш ежик с кучей вариантов. Потому что где я нахожусь? Я нахожусь в самом факте только. Да? Вот мой факт,
Факт не имеет ничего, никаких эмоций, никаких ощущений, никаких мыслей, кроме факта. Вот он факт. Что я буду к нему присоединять? У меня есть выбор. И когда мы отпускаем ожидания, сомнения, разочарования, страх, прошлый опыт неудач, слова, которые нам были сказаны, я не знаю, кто-то нам что-то говорил и так далее, да? Ожидания общества от нас, ожидания семьи от нас, ожидания детей от нас. Это же не просто наши ожидания. Наши ожидания еще куча, на нас же вешают еще куча ожиданий, да? И когда мы это все отпускаем, мы возвращаемся к голому факту, и у нас появляется куча перспектив. У нас сегодня молчаливая аудитория, вопросов никаких нет? Ну, тут как бы благодарности есть от Ирины. Здравствуйте, мои дорогие. У вас столько добра и позитива. Спасибо. Да, мы такие, что энергия чувствуется. Вот. Мы транслируем энергию на расстоянии. Это всегда так, и это очень здорово. Так, вот здесь Ирина Козлова. Признание людей у меня есть. В принципе, я успешна, но хотелось бы еще достаток финансов и процветания. Еще, Ирина, успех у меня – это побочный эффект моих личных достижений, самодостаточности, самоценности и самоуважения. Привязывать успех к подтверждениям извне – это сомнительное удовольствие. Ну, я могу сказать, что для меня лучшее проявление благодарности – это предоплата. Я считаю, что вполне нормально, когда люди деньгами оценивают, подтверждает мою самооценку. Это, кстати, очень интересный момент тоже, который касается успеха, это деньги, да. И что очень часто бывает, что люди вроде хотят успеха в деньгах, вот мы вернулись все равно к деньгам, да, а в то же время есть страх этих же самых денег. Потому что я же не зря привела этого ребенка вчерашнего в пример, да. Деньги могу делать, извини, деньги могу делать, а накопить деньги – это уже опасность. Очень часто такое бывает. И, конечно, оно все связано с самооценкой себя. Насколько я себя оцениваю? Могу ли я брать эти деньги? Это если, конечно, мы связаны с деньгами, как у тебя, да, если ты связан с деньгами. Но для кого-то успех может быть совершенно что-то другое, вот как Ирина описала, да, для нее там успех – это ее медитация, например. Или для кого-то успех может быть закончить школу, или для кого-то успех может быть, я не знаю, закончить институт, поехать за границу. Ведь не обязательно успех… Посмотри, мы привыкли думать об успехе как о чем-то глобальном. Но все глобальное, оно создается из чего-то маленького. Да? Всегда к этому, к тому, мы можем создать себе глобальную цель. Мы можем ее увидеть глобально. Но потом мы должны вернуться в состояние, где мы сегодня. И дальше уже идет закономерность маленького успеха. Да? Например, телефонный звонок, который закончится благополучно. Это успех? Успех. Оффер на бумаге. Успех? Успех. Подписание договора. Успех? Успех. Да, и так далее. Получение какого-то товара, если кто-то что-то делает. Да? Успех? Успех. Продажа товара. Потому что то, что ты делаешь, ты тоже товар продаешь. То, что я делаю, я товар продаю. Мы все что-то, в принципе, продаем, как ни странно. Да? А в бывшем Советском Союзе было очень интересное слово «торгаш». Если ты что-то продаешь, то тебе же так. Да, барыга. Барыга. Поэтому тут к этому тоже нужно подойти. Я совсем не против этого. Я много лет тоже так думал. Но здесь вот вопрос в том, что... Возвращаясь к тому, с чего я начал, да, когда сейчас я понимаю, когда мы,
я уже вошел в этот проект, начал это делать, и мне казалось, что ту цену, которую я назвал, она, в общем-то, адекватная, так сказать, тому, что я делаю. Да? Но по мере того, как мы... Это я понимаю, почему люди согласились так легко со мной. Потому что то, что мы сейчас делаем, ни заказчик, у него таких объектов не было, ни архитекторы, которые, то есть нигде в Москве такого объекта не было. Мы это делаем первый раз, и все страхи, они у меня, все спокойны. Это класс! Я транслирую то, что мы это сделаем. Но вполне я понимаю, что это могло стоить гораздо дороже. И точно так же сказать, но это опять же уровень самооценки. Почему я как бы Ирине говорю, что это все может тоже измеряться в деньгах в том числе. Я могу это сделать и бесплатно. Я многие вещи делаю бесплатно, потому что мне это нравится. Да, я продвигаю так. Мне просто это нравится. А вот, я простукиваю каких-то людей, знакомых, просто потому что мне это нравится. Но есть какие-то вещи, да, которые ты не можешь назвать цену, в то же время, когда люди, которые компетенцируют меньше тебя, они легко это делают. И часто у них это проходит, что им платят больше, просто потому что они в состоянии назвать цифру. Да, и... очень часто. Очень часто на самом деле это проходит. И это неплохо, это не хорошо. Это кто как себя оценивает и кто как себя видит. Можно ли рассмотреть, что такое так? Можно ли рассмотреть понятие синдром отложенной жизни? Ведь это тоже ограничение на пути к личному успеху. Отложенная жизнь? Ну вот Ирина опять прокомментировала. Как ты понимаешь, что такое синдром отложенной жизни? Ну, это как бы на потом, да? То есть, это ну, на потом. Сейчас я вот это буду делать, да, вот я, мне нужно еще побольше поучиться, мне нужно побольше набраться опыта. За всем за этим, Саша, я возвращаюсь, я поняла вопрос, и я возвращаюсь обратно к тому, что мы только что уже обсуждали. Синдром отложенной жизни – это тот же самый страх. Это та же самая неуверенность в себе. За ним стоит то же самое. Вместо того, чтобы, например, у меня, между прочим, этот синдром, как ни странно, был у самой, и я его серьезно отрабатывала. И я не боюсь сегодня об этом сказать, что вообще с собой происходило, со мной. А у меня была ситуация такая. Я заканчивала какой-то курс, я получала сертификат, я его клала на полку и шла за следующим. Получала следующий сертификат, гладила себя по плечу, какая я молодец, и клала его на полку. Если ты посмотришь на количество сертификатов у меня сегодня, их штук, наверное, 25 по минимуму, за исключением еще двух высших образований. Что это было? Это был страх выставить себя как эксперта. Это был страх неудачи, то, о чем мы сегодня с тобой говорим. Я больше всего боялась, что ко мне кто-то придет и скажет, что я что-то делаю неправильно. И у меня вот этот страх, знаешь, он за мной вот так вот, как крокодил шел. Конкретно, да? Я делала шаг вперед и потом пять назад. При всем при этом я была очень недовольна жизнью, очень недовольна. Особенно, когда смотрела, что кто-то с одним сертификатом себя продвигает, а я... С 15-ю сижу на месте, и у меня начиналось осуждение этого человека. Да? Я на него смотрела и говорила, вот он что-то делает не так, вот он что-то не знает, вот... Да что ты несешь? Что ты несешь? И в какой-то момент, когда я уже начала это все прорабатывать, у меня вдруг... полностью закончилась необходимость учиться. Это было первое, что произошло. Полностью закончилась необходимость учиться. И я говорю, ха! Первый год я никуда не поехала, ни на какие там симпозиумы. Первый год я, значит, не получила никакой очередной сертификат. Ага. Что-то изменилось. Что дальше? А дальше все. Дальше я... Что там еще меня ограничивало, да? Причем, ты знаешь, как я стучала? Я тебе сейчас скажу. Кроме того, что я все равно поковырялась, я знаю, что ты этого не любишь,
Но я все равно поковырялась внутри, откуда это все шло, потому что это все равно пришло все со школы, да? Что я какие-то задачи решала не так, я какие-то стихотворения говорила не так, это все равно все пришло со школы. Но ко всему прочему я еще сделала такую вещь, уже потом, уже с Робертом. Давай, все мои ожидания. Все мои ожидания. Которые осуществились и которые не осуществились. Которые осуществились и которые не осуществились. Все мои разочарования. Все мои разочарования. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Все мои осуждения. Все мои осуждения. Меня самой. Меня сама. Самого. Да. В данном конкретном случае, когда мы осуждаем кого-то, мы прежде всего осуждаем себя. Все мои осуждения себя. Все мои осуждения себя. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Всю свою беспомощность и безнадежность. Свою беспомощность и безнадежность. И весь свой страх. Весь свой страх. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Все свои эмоциональные и физические травмы. Все свои эмоциональные и физические травмы. Все слова. Все слова. Все условия. Все условия. Все, что мне говорили и не договорили. Все, что мне говорили и да не договорили. Все взгляды. Все взгляды. Я это все отпускаю сейчас. Я это все отпускаю сейчас. Мое состояние вне контроля. Мое состояние вне контроля. Я это отпускаю сейчас. Я это отпускаю сейчас. И по мере того, как я это отпускаю, и по мере того, как я это отпускаю, я позволяю успеху, я позволяю успеху осуществиться в том варианте, осуществиться в том варианте, в котором я хочу, в котором я хочу, в котором я его вижу, чувствую и ощущаю, в котором я его вижу, чувствую и ощущаю, и я это принимаю, и я это принимаю. Глубокий вдох-выдох. У тебя было слово «смелость». И позитивное воспоминание какое-то. Отлично. Молодец. И что бы я еще хотела нашим слушателям сказать, есть еще одно очень интересное упражнение, с которым я бы хотела поделиться. Я вообще люблю быстрое, все быстрое. Ты уже обратил внимание, чтобы все работало за 5-10 минут. Да, мне нравится. Да, если только... Ну, по-старости. Да, если только не надо разбираться уже совсем с глубиной какой-то. Но иногда надо. А иногда это все можно очень быстро сделать. И... Если ты закроешь глаза и представишь перед собой шар, вот прямо, знаешь, как ты руками держишь шар, и в этот шар ты можешь наговорить любые слова, силы, которые тебе сегодня нужны для осуществления своего проекта, для осуществления своего желания, для привлечения своей цели. И, конечно, опять у каждого эти слова будут другие. И вот сейчас, ощутив этот шар, знаешь, как будто одень его на себя, как будто войди в него и почувствуй себя прямо вот в этом шаре, в этом потоке. И сделай опять глубокий вдох-выдох. Смелость. Смелость. Отлично. Отличное состояние. Как у вас, друзья? Я надеюсь, вы там
Почувствовали себя лучше? Если да, нажмите палец вверх. Вот здесь есть кнопка такая специальная. Да. Она вот там находится, внизу. Для проявления своего отношения к тому, чем мы с вами занимаемся. А Нелли пишет, есть ощущение, как будто тело не удерживает ощущение будущего успеха. А теперь еще состояние привычное, можете прокомментировать. Саш, прочитай еще раз, пожалуйста. Есть ощущение, что телесное ощущение, как будто тело не выдерживает ощущение будущего успеха. Тело не выдерживает. Да. Да. Помнишь, я к этому подошла еще в самом начале, да, что очень часто тело нам говорит о том, что происходит. Что чаще, чем сознание или подсознание, с нами разговаривает тело. Оно разговаривает, потому что все эмоции кинестетические, да, они же происходят на теле. И когда тело, ощущение, вот это ощущение, как не выдерживает успеха, да, тогда мы делаем опять следующий круг. Вот эти ощущения, потому что они неприятные, да? Вот эти ощущения. Эти ощущения. Я их отпускаю сейчас. Я их отпускаю сейчас. Все, что мне мешает. Все, что мне мешает. Достичь этого успеха. Достичь этого успеха. Я это отпускаю сейчас. Я это отпускаю прямо сейчас. Все, что стоит на моем пути к успеху. Все, что стоит на моем пути к успеху. Я это отпускаю сейчас. Я это отпускаю сейчас. Спасибо тебе, мое умное тело. Спасибо тебе, мое умное тело. Что ты мне показываешь, что мне еще нужно отпустить многие вещи или некоторые вещи. Да, мне нужно отпустить некоторые вещи. И я это принимаю. Я это принимаю. Глубокий вдох-выдох. У тебя смелость, у кого-то может быть другое слово. Смело. Отлично. Поскольку мы работаем сегодня над успехом, и мы углубились в эту тему, то те, кто нас слушает или будет слушать, или будет делать таппинг дальше, я предлагаю сделать на запястье фразу «Я успешен» или «Я успешна». А точно так же, если человек работает со здоровьем, например, да, то можно сделать фразу «Или я здоров, или здорова, или я выздоравливаю». Если у кого-то есть состояние, потому что мы, помнишь, говорили, выздоровление – это тоже успех, если человек болен, да. То есть, опять же, не все, успех не обязательно деньги, да, то успех. Если кто-то должен закончить или получить новую работу, да, например, то мы можем делать фразу «Я получаю хорошее предложение». То есть я предлагаю делать фразу, когда мы работаем именно в плане достижения цели с точки зрения успеха, я предлагаю делать на запястье фразу ту, которая идет как аффирмация. Только не длинная, она должна быть очень-очень короткая. Максимум 3-4 слова. Потому что если мы делаем длинную, то у нас подсознание имеет свойство забывать, чего мы начали. Поэтому желательно все аффирмации, которые мы делаем на запястье, чтобы они были очень короткими. 2-3, максимум 4 слова. И оно очень хорошо работает. Чем больше вы себя будете якорить на запястье на эту фразу, каждый раз, когда вы будете брать запястье, обнимать ваше запястье, да, брать себя за запястье, эта фраза будет опять-опять появляться. Она будет становиться сильнее, сильнее, сильнее. И ощущения в теле тоже будут становиться намного более спокойными. Ответили на вопрос? Я думаю, да. Я тоже думаю. Успех – это еще и успевать. Таппинг помогает тайм-менеджменту? Конечно, помогает. Если можно, деморал.
Time management. Ну, очевидно, это связано с тем, что Ирина где-то не успевает. Ну, я могу поделиться своим как бы тайм-менеджментом. Я пишу вот на листочках, что мне нужно делать. Мне пришла мысль, я записал, и они у меня лежат. И по мере того, как я время от времени их смотрю, смотрю, что я сделал, а что-то не нужно было сделать. Да? Какие-то вещи я пишу в календарь и планирую, как сегодняшний стрим. Ты подошел к этому с точки зрения планирования, тайм-менеджмента. А ты сделаешь шаг назад. И опять тот же самый вопрос. Какое позитивное намерение того, что мне не хватает времени? Всегда возвращайся к факту. Мне не хватает времени, это факт. Mm-hmm. Это факт. А позитивное намерение того, что мне этого времени не хватает? Мне нужно отдыхать. Спасибо. Очень часто меня люди спрашивают, в чем позитивное намерение болезни. Это очень часто идет вопрос. Я говорю, человек болеет. Я говорю, ну так это же здорово. Мне говорят, ты вообще с ума сошла? Я говорю, нет. Ты когда отдыхал последний раз? Ты знаешь, я пришел к тому, что я отдыхаю в процессе работы, ну, смена деятельности. То есть я занимаюсь производственной деятельностью, а на отдыхе я занимаюсь, например, тайпингом, да, или делаю сайт, или что-то пишу, или составляю. Ну, тебя, видишь, у тебя тайпинг – это хобби, как да, своеобразное, да? Хобби, да? Да, и оно тебя расслабляет. А я к тому, что когда человек на самом деле заболевает, он не может позволить себе расслабиться. И болезнь получается единственной возможностью расслабиться. А почему? А потому что это опять все идет из детства, как ни странно. Да, корни-то тоже в детстве растут. Больному ребенку уделяется больше внимания. Больной ребенок может не ходить в школу. Больной ребенок может не ходить в институт. Больной ребенок может, или даже больной человек, он может уйти там на больничный там, или еще что-то, да. Он может уйти на инвалидность и так далее, да. То есть за этим всем обязательно, вот вернулись опять к источнику, да, что бы ни происходило с тем же самым тайм-менеджментом, за этим стоит позитивное намерение. В тот момент, когда вы увидите, какое позитивное намерение стоит за этим, за фактом того, что не хватает времени, того, что нету, я не знаю, большого количества денег на счету, того, что нету осуществления какой-то мечты, там, поездки или еще чего-то, да, в тот момент, когда вы говорите, это факт, у меня этих денег нет. Это факт, я не могу там куда-то поехать. Это факт, у меня не хватает времени. Какое позитивное намерение этого факта? В этот же момент, когда позитивное намерение появляется, мы уже можем с этим работать. Потому что за всем за этим есть только одно. В любом поведении, в любом событии есть вот это позитивное намерение, которое нас всегда оберегает. Это способ оберега нас самих от самих себя, как ни странно. И тогда, когда мы с этим разобрались, то мы двигаемся дальше, к чему мы хотим. Так, ну что, наше время неумолимо подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что делаете тапинг. Пишите комментарии под этим видео. Там есть ссылки на ресурсы Нелла. У Неллы есть своя группа, есть свой канал. Подписывайтесь туда, она там видео выкладывает. Добавляйтесь к ней, друзья. Добавляйтесь ко мне, да. И ставьте лайки, ребята, потому что только через лайки мы можем распространять этот контент. Да, к сожалению, у нас что-то в этом году вообще мало подписчиков, и как-то двигается. Кстати, по поводу, вот ты рассказывал про свои дипломы, да, а у меня была такая же история, когда я себя тормозил с вот этими записями, да, то есть я-то начал в 2014 году, но я переводил там Брэда, переводил там других практиков, но я как бы не
не вел как бы свой какой-то контент, но в то же время я видел там Павла Позднякова, вот, когда я первый раз увидел, думаю, что он несет вообще, как он это... И вот да, так это первое впечатление было такое, да, то есть и человек просто брал и делал, да, и дальше. И я придумал себе массу уловок. Я пошел учиться в ГИТР, я там ходил на какие-то курсы актерского мастерства, я потратил кучу бабок на то, чтобы просто этого не делать. Да? И у каждого, я думаю, что есть свой список того, чего он хочет делать, но не делает, а придумывая себе всякие отговорки. Да, это и по бизнесу, и по отношениям, по деятельности, и по любым другим вещам, которые вы хотите, которых вы хотите достичь успеха. И все, что нас останавливает, это наши страхи на самом деле. Абсолютно. Они нас даже не останавливают, они нас оберегают. Я всегда к этому подхожу. Страх нас оберегает. Он не останавливает. Он оберегает. Оберегает от фиаско, оберегает от провала. Да, но мы же хотим не бояться, а мы хотим успеха. Совершенно верно. Поэтому я говорю, когда мы начинаем отрабатывать эти страхи, мы начинаем это отпускать, то у нас вместо одного пути развития, как я сказала про ежик событий, да, у нас появляется огромное количество вариантов развития событий. Вот. Так что, друзья мои, спасибо, что были с нами. Будьте успешны, избавляйтесь от своих страхов любым доступным вам способом. Вот. Пишите комментарии, пишите новые темы, которые вы хотите послушать, и мы с Неллой сделаем это еще раз. Да, хорошо. Спасибо, Нелла. Всем всего доброго. Удачи.